дома не сидится. Хочется куда-то ехать, идти, смотреть и общаться со своими друзьями. Потому что здесь, в городе, мы совсем мало общаемся. У каждого свои хлопоты, работа, суета, семьи. В чем еще цель экспедиции? Это добраться до каких-то мест. Мы же не так просто идем, куда глаза глядят. У нас есть какие-то планы, мнения. Предшествует некоторая камеральная работа. То есть это прежде всего карты, снимки с космоса, изучение рельефа, реки. Лучше всего поговорить с охотниками, местными жителями, и тогда более или менее маршрут становится ясным. Ну и хорошо осознавать то, что ты на снегоходе пришел туда, где никто еще не был. Должна сложиться какая-то совместимость. Я знаю ребят, с которыми можно ходить и нужно ходить, и на кого можно положиться. Только не подумайте, что я тут такой прям самый важный, и я решаю, кто идет, кто не идет. Как раз тут люди складываются один с другим, и другой раз я считаю за честь идти с кем-то в паре или в компании. Ну вот, такая у нас сложилась команда, и нам хорошо. Идем серьезные маршруты, и настолько серьезные, что можно крепко попасть. Зима, мороз, а мы ходили, было минус 52. Там не должно быть мужиков, которые схлюздят, раскиснут. А потом есть же еще быт. Как правило, спим в ограниченных пространствах. Это или палатка, или какое-то зимовье. Бывает холодно, бывает мокро, бывает неудобно, бывает дымно. А еще кто-то храпит, кто-то, извините, еще что-то делает. Ну, в общем, тут целый букет, что ли, приятностей и неприятностей.
Мы однажды на УАЗике переезжали реку, провалились, ну, в общем, утопили УАЗик по самое лобовое стекло. Время ночь, минус 30, и вот мы всю ночь пилили бензопилой лед, расталкивали пиленные кубы льда, которые выволакивали наружу и пытались утопить дальше в реку, чтобы их уносило течением, и вытаскивали таким образом машину. Это было на пределе человеческих сил, но мы это сделали, и никто не раскис, не бросил эту пилу или этот топор и сказал: пошлите все нафиг, а потому что деваться некуда. Тут только шевелиться и только двигаться, и только вытаскиваться. Никто тебе не поможет, никто тут не придет, никто тебя не спасет, и никто тебя тут не вытащит. Надейся сам на себя. Сани, которыми мы ходим, это предмет моей гордости, потому что скажу, что это я их изобрел. В общем, я давно, как вам уже говорил, на снегоходах, и всегда была проблема с нартами. Потому что успех всякой затеи, путешествия в равной степени зависит и от саней, нарт, так же, как, наверное, от снегохода. Снегоходы, как правило, идут и выдерживают нагрузки, а вот саням достается крепко. Зачастую они разваливаются, а без нашего снаряжения мы в тайге беспомощны. Я многие года строил разные конструкции саней, и все оказалось ерунда. То дышло оторвет, то полоза, то стойки, на которых находятся полоза. Все это ремонтируется, где-то варим, где-то приворачиваем, где-то привязываем, где-то как-то. И все это, в общем, сложно. И редко какое путешествие заканчивается тем, что сани сходили от начала и до конца хорошо. Ведь мы ходим в очень серьезные дела. Другой раз идем по голым камням, идем по наледям, идем между деревьями, идем по корягам. Но, в общем, саням достается. И потом грузим. На них бедных, вот сколько места есть, столько мы туда и нагрузим. Ну, потому что вроде все надо, вплоть до того, что дров подвести на место ночлега. И вот, глядя в интернет, я увидел, что используют трубы полипропиленовые, водопроводные на 220 в качестве ножек для полозов. Я долго поговорю по сани, потому что это, ну, чрезвычайно важно в путешествии. Самое слабое место – это вот эти стойки. Я знаю конструкцию саней, у которых полоза подвижная. Это конструкция, я не знаю, его или нет, но это в команде Терещенко Николая Васильевича. Человека-путешественника, снегоходчика, которого я очень уважаю. Я не имею чести быть с ним знакомым, но я видел все фильмы его, все его путешествия. Он, в общем, большой молодец, ходит тоже в саянах. Классные у них сани, но тяжелее наших, я думаю, раз. И уж очень они сложные. Там есть смысл в подвижных шарнирах, в том, что каждый полос независимо работает один от другого. Ну вот, к примеру, кто видел сани старинные, деревянные, это те, которые таскают лошади. Там ведь нет ни одного соединения, которое было бы сделано накрепко, наглухо. Ну, допустим, как если сварить одну деталь к другой. Там все связано. И поэтому эти сани конские, они и ходят. Я-то жду, ищу. А вот Денис Игорь подождал и дал. Конечно, Денис эгоист, ему путь. Где это? Где у нас нычка? Мы же собирались попить кабель в красивом месте. Но забыли, в каком снегоходе мы ее оставили. Водочка. Так, раз. Туда, другую туда.
у меня была мысль, как же сделать сани, что поставить ножки. И как я увидел эти трубы, дальше пробило. А все остальное уже делать технику. Используем полоза стеклотекстолит. Сейчас дошли до того, что его надо снаружи обязательно, в той его части, где он касается снега, грунта, камней, льда, закрывать металлом. Потому что расслаивается. А так великолепный материал, держит любые удары. Ну, в общем, я применил это, исходя из своей богатой водометной практики. Потому что на водометных катерах стеклотекстолит прекрасно стоит на днище. Когда там двухтонный катер налетает на лысый камень и днище держит. Вот. И еще маленькая затея, усовершенствование классное. Обратите внимание, что на наших всех санях вышло с обеих сторон. Соответственно, и полос в обе стороны изогнут. То есть слабое место дышло. Если вдруг сломалось, просто переворачиваешь шинарты и пошел так же. Сдаешь назад, никакой проблемы. И, кстати, заднее дышло очень удобно для увязывания нашего груза. В общем, нашим саням, я скажу, цены нету. И с этими санями мы куда угодно уйдем и что угодно привезем. Основная большая часть пути всего маршрута, самая, наверное, длинная часть, как правило, идет по реке. Ну, потому что зима, река замерзла. Вот она дорога. По реке зачастую бывает наледь. Река перемерзает до дна. В воде некуда деваться, и она начинает идти поверху. Мы вынуждены идти либо берегом, либо идти через эту наледь. Но при некотором опыте тоже понятно, эту наледь можно пройти, а в эту наледь лучше не соваться. А тем более с санями. Это, наверное, самое полезное, что у нас есть. Арбин. Это конское сало, свернутое в рулет с печенью. На английском читал. Французы в советское время еще покупали у нас. А что у них люди? Они не было. Там был этот план оставили. Похоже, что чугрич не было. Это деликатес. Что, убираю? Очень понятно. Да? Что, убираю? Очень много. Конечно. 55 дней. А когда идешь по наледи, это брызги в разные стороны. Это же не лето, это намерзание льда на все подвижные и неподвижные части. Это намерзание льда на сани, которые становятся все тяжелее и тяжелее. А если еще после этого ты вынужден выйти на берег, в снег, в рыхлый снег, все это дополнительно налипает на мокрые детали снегохода, и практически у тебя не подвеска, а глыбы льда, и ты утяжеляешься очень серьезно. Кстати, вот эти последние снегоходы, которые с жидкостным охлаждением, у них радиаторы находятся в туннелях над гусеницами под сиденьем водителя. Это тепло позволяет оттаивать подвески, что, конечно, очень хорошо. Надо сказать, что BRP-снегоходы – это классные машины.
я все говорю про дорогу, а надо сказать про сам драйв. Про тот кайф, который ты получаешь от управления снегоходом, от езды на снегоходе. Это зима, это первозданная природа, это движение, это чистота, это синее небо, высокие горы. Ну, насколько можно, мы зачем мы возим с собой камеры или фотоаппараты, чтобы передать вот всю эту красоту и само управление снегоходом. Когда под тобой мощная, классная машина, управляемая машина. Есть разные снегоходы, но наши снегоходы утилитарные. Это классные машины для путешественников. Когда ты понял снегоход, когда ты научился им управлять, когда ты на нем можешь делать то, что, казалось бы, невозможно сделать. Вот, например, щеки, налеть. Щеки – это значит, берегов нет. Это скала справа, скала слева. Такой скальный коридор, в котором идет река и ломится через него. Или водопад на реке, который нужно обойти или справа, или слева. Пройти косогором, прокопать снег по этому косогору. Там, как правило, ключи. Где-то надо городить какие-то мостики, какие-то переходы, где-то подсыпать снегу, прям подсыпать, я не знаю, целые кучи, чтобы потом пройти снегоходом. Виртуозное владение снегоходом, то есть вписаться между двух-трех деревьев, уложиться так, чтобы пройти, не помять технику, не оторвать сани и пройти туда, куда надо. Кстати, под такие снегоходы, вот допустим СВТ, которые Витеки, я тут почитал в интернете, называют бешеный бегемот. Ну, может быть, в чьих-то руках это и бегемот, а в хороших руках это ласточка, управляемая, легкая, подвижная, мощная, сильная машина. Ну вот, водопад прошли, все в сборе, все на месте. Немаловажно, на ней должен быть еще и очень сильный человек, вот просто физически сильный, то вроде на первый взгляд кажется парадоксальным, достаточно тяжелый. Лучше всего получается управлять снегоходом у сильного мужика, который килограммов 100 весом. Ну, в нашей компании я, наверное, самый слабенький, а Валера на своем снегоходе, ну, может залезть и вот куда угодно. А еще если мужик дерзкий в меру, рисковый такой, который вот где надо газануть, где надо влупить ему по самые-самые, а где пройти так в притирочку на малых, в полоборота, полгаза или в натяг, 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 натяг и вышел. Ну тут это достигается только опытом, ну или каким-то тямом, который должен быть у человека. Но, в общем, вся путешествие в этом удовольствии, в этом постижении дороги, в этом управлении, слиянии с техникой, вот это и есть снегоходный маршрут.
Следующий важнейший момент – это снаряжение. В нашем деле нет мелочей. Но все чрезвычайно важно. Например, какая-то здесь мелочь, а там это вопрос жизни и смерти. Ну вот что приходит на ум? Ну, например, налобный фонарик светодиодный. Какая изумительная вещь. Ведь в наших краях в 6 часов вечера уже темно, а светать будет только в 9 часов утра следующего дня. Поэтому день-то совсем короткий. И только благодаря светодиодным фонарикам мы продлеваем этот день в другой раз до 10, до 12 часов. А зачастую и до самого утра идем по ночи, потому что снегоходы достаточно хорошо светят. Дорогу мы знаем, буквально каждое дерево, которое у нас будет на пути. Поэтому или оставаться ночевать в снегу, или дойти до жилья. Принимаем решение дойти до жилья и идем. Нынче в самые морозы после Нового года мы опять-таки первые, здесь уже мы первые, пробили дорогу, вершину одной из рек. В общем, это было здорово. Мы шли всю ночь, мы вышли, значит, часов, наверное, в 11 дня и пришли в 6 часов утра следующего дня. И все благодаря налобным фонарям, я считаю. Без фонарей все, как слепой котенок. А так он нам продлевает световой день. Ну что, поднялись? Вроде поднялись. Ну вот и буран красиво поднялся. Ну ладно, снаряжение. Значит, самое главное выжить. Не просто выжить, а еще и отдохнуть, еще и поспать, еще и
более или менее комфортно себя чувствовать. Поэтому на первое место выходит палатка, печка, спальные места. Все надо предусмотреть. Палатка самошитая из брезента, потому что современные палатки, которые из синтетических тканей, они прогорают, и в конце концов можно вообще сгореть. А брезент есть брезент. Печка специальная, компактная, трубы укладываются в середину, она на ножках, ножки регулируемые, и габарит печки должен соответствовать габариту палатки. Ну и палатка как минимум на 6 человек. Очень важно все взять компактно, компактно и легко. Вот, спальные места. Или мы везем на санях листы фанера, которая потом будет лежанкой, либо это будут нарты, которые мы занесем в палатку и будем на них спать. Но габаритная вещь – сани. Поэтому, когда народу много, приходится спать на фанерах. Ну вот как-то так. А еще подумайте о том, что у каждого должны быть какие-то спальные дела, то есть спальни, постели, подушки. И невозможно тащить все, надо нести по минимуму. Правда, некоторые у нас этого не понимают. Прут с собой целые перины, прут с собой целые, я не знаю, из поролона матрасы. Ну, бляха-муха, ну что сделаешь? Он на своем снегоходе, со своими санями, пусть прет чего угодно. Хотя, по большому счету, это в ущерб экспедиции. Можно было еще одну канистру бензина взять. Но прекрасно, когда есть большой свет. Маленькая электростанция, 220, все дела. В палаточке, как дома, кушаем, отдыхаем, спим и все остальное. Еще раз говорю, тут надо обо всем подумать. И продукты, посуда, одежда. И запасная одежда, грамотно подогнанная одежда для путешествия на снегоходе. Сильно тяжело оденешься, ехать хорошо, двигаться плохо. Сильно легко оденешься, хорошо со снегоходом работать, таскать туда-сюда, все это выкапывать снегоход. Но как только вспотел и сел на снегоход, сам снегоход идет, да еще встречный ветер, до мозгов достает, глаза мерзнут, глаза, вот глазные яблоки бывают, вот они просто замерзают на ходу. Поэтому тут надо и эти вещи очень обдумывать. А дальше еще топоры, бензопилы, там много чего. В общем, мелочей нету. И поэтому самое внимательное отношение к сборам и снаряжению. Немаловажная вещь, что нынче очень приятно, появилась спутниковая связь. Теперь у нас есть спутниковые телефоны. Это насколько облегчает жизнь. Во-первых, знаешь, как дома дела. Семья, работа и все остальное. Ну и чуть чего можно воспользоваться. Например, прошлый год мы с Валерой Карповым ходили еще дальше. Тут мы действительно с ним первые. В верховьях одной уникальной реки. Так и хочется сказать, где вы были, но не буду. В общем, рядом с монгольской границей. Кто знает, тот поймет. Так вот, связь. Бензин-то посожгли, позвонили, и нам наши друзья, которые шли следом за нами, по тареной нами дороге, подвезли бензин. Прекрасно. Короче, со спутниковым телефоном жить-то намного легче. Все стали ходить на скандиках. Я последний пересел на скандик. Я был убежденный буранист. Не потому, что я себе не мог позволить именно импортный снегоход, а потому, что я действительно был убежденный. И все это у меня сложилось из-за того, что со мной в паре рядом с Бураном ходил Yamaha Викинг. И третий, и четвертый. В общем, по моему мнению, в наших условиях, ну, говно. Стоп. Я не хочу никак обидеть снегоход Yamaha. Может быть, где-то в тундре, может быть, где-то по льду, может быть, где-то просто в каких-то покатушках. Это хорошая техника. Но в горах Саянских
с полутораметровыми снегами в кедрачах, где снег пухлый. Он просто не слежится так, как лежит он в открытых местах или там, где дуют ветра. Поэтому там Ямаха не идет совсем. Или идет, но очень плохо. Буран, безусловно, выигрывает. А мы-то как с Лехой вдарили, вы видели? О, буран идет скорее. Там интересно, наверху чистили. Я 20 лет на Буране. Наверное, мало кто лучше меня знает Буран. Но вот я с молодыми мужиками стал общаться, увидел их снегоходы. Понял, все за и против. Бесконечно можно говорить о снегоходах за и против. Но в конце концов я приобрел Скандик СВТ 550F. Ну, то есть это самая широкая гусеница, 62 сантиметра. Двигатель воздушного охлаждения, примитивный по сегодняшним меркам. Надежный двухтактный мотор, 550 объемов. 57 лошадиных сил. Конечно, против 28 в Буране есть разница. А парни уже пересели на снегоходы выше классом. То есть у них снегоходы армейцы, Линкс, армеец, ЕТЭК, СВТ. Ну, знающие люди поймут. Самая широкая гусеница, почти что аналогичная моему снегоходу подвеска. Но 115 лошадиных сил, впрыск, компьютер и все примочки. Почему я не стал покупать именно такой снегоход в свое время, как у них вот сейчас? Да просто забоялся. Потому что не знаю, как к нему подойти. Вот случись что в тайге, а это далеко, это километров, допустим, 100-200 до первой дороги, до первого населенного пункта. И куда ты с этим снегоходом? А здесь двухтактный мотор, карбюратор, коммутатор, провода, 4 провода. 2 высоковольтных, никакой проблемы, заведем по-любому. А что касается ЕТЭКов, это нужен компьютер, диагностика и все остальные дела. Хотя все мы сейчас ездим на современных иномарках, хороших машинах, и я не помню, чтобы у кого-то там что-то случалось с компьютером, чрезвычайно редко. Как завел новую, так и езжу по сию пору. Поэтому зря, наверное, я боюсь. Ну, а с другой стороны, прикипел уже к этому снегоходу, и нравится он мне, есть у него большие плюсы, воздушное охлаждение. Но отдельная тема. Итог разговора о снегоходах. Лучшие снегоходы. Снегоходы американские, классные снегоходы. И сегодня я скажу, что Буран, ну, стыдно, до сих пор пишут на Буране. 40 лет, юбилейная серия. Это как «Жигули», который тоже делает 40 лет. Ну, господи, не могут создать хорошую технику. Одно только расстройство.
гости-то у нас бывают редко. На этот раз сложилось так, что гости у нас были. Были ребята из Москвы. Да какой он гость? Он уже наш друг и постоянный, наверное, спутник. Это Евгений Владимирович. Он уже сколько лет с нами ходит. Я с ним на конях ходил. И однажды мы с ним даже на конях ушли в Туву. И тоже был снег, пурга, мороз. А он в нательном белье, которое в сеточку, знаете ли. Я такого не носил, но говорят, тепло. Ну, в общем, мужик, который стойко переносит все трудности вместе с нами. Очень такой азартный рыбак. Мне постоянно думается, вот он имеет возможность путешествовать по всему свету. У него есть фотографии, где он снимается чуть ли не в обнимку с китами, где он бывает на Северном полюсе и разные другие вещи. Но почему-то каждый год он приезжает к нам. И осенью, а этот раз даже зимой. Но я думаю, значит, у нас тут хорошо, значит, у нас тут здорово, нам приятно. И наравне с нами и живет, и ночует, и готовит. Покушать готовит, кстати. Копает снег и азартно ловит рыбу. Так же, как и Гена, который был с ним. Хорошо человека не знаю, для первого раза, ну, самое положительное впечатление. Много не говорит. Все по существу, ни от какой работы не стесняется. А если чего-то не знает, то и не стесняется спросить. Ну, в общем, хорошие парни. Рады встречать таких гостей и добро пожаловать. Приятно иметь дело с такими людьми. А это Борисович накидал. Например, Герман Борисович у нас, он готовит. Человек, который умеет готовить, любит готовить, прямо который нас кормит. Но незаменимый человек в экспедиции. Поэтому он, я думаю, это прекрасно понимает и старается. И мы многое ему за это прощаем. Очень хороший парень. Я уже говорил, чтобы были мужики, на которых можно положиться. Ну, тут, наверное, не грех и назвать Валера Карпов. Самую первую дорогу, когда мы тарили, значит, на это труднодоступное озеро, он пошел на... У него снегоход был предыдущий, это Arctic Cat. Ну, в
вот, в общем, на этом Арктикете он идет плохо, чуть получше Ямахи, но все равно идет не очень. Я был на Буране, а Андрюха Жогин был на предыдущем BRP. За перевалом уже время ночь, мы все мучаемся, копаемся, идем. Уже вроде остается недалеко до озера, назад возвращаться дорога еще дальше. В общем, решили мы до последнего пробиваться вперед. Валеру оставили наверху на перевале. И сами с Андрюхой давай тарить дорогу. Самое главное, Николай Шултымыч впереди нас идет на снегоступах и показывает нам след и дорогу. Но он тоже уже очень устал, и я понял, что он последние километры, буквально метры, он шел как придется, лишь бы добраться до туда, куда надо. А мы ночью со светодиодными фонариками, под лучами фар снегоходов, по его следу. А это где вниз, где вверх, где через коряги, где как, ну, в общем, идем и идем с Андреем. В конце концов, мы упаковались так, что ни вперед, ни назад. Назад буксуем, смотрю, отражается свет на кронах деревьев. То есть, то нету, а звука от снегохода не слышу. Оказывается, это Валера идет следом за нами. Так вот, снег, но не соврать, наверное, 1.5 метра местами. Вот он где ползком, где как. Он шел, запинался, падал, полз. И все-таки он до нас дошел. Я говорю: Валера, ты зачем пришел-то? У тебя там еда, все снаряжение, снегоход, спирт, пельмени. Ну ты че пришел? Он говорит: а вас долго нет. Слышу, что вы буксуете, наверное, выбраться не можете. Я пошел на подмогу. А Николай Шултымыч в эту пору шел до зимовья. Я по рации спрашиваю: Коля, сколько тебе осталось? Он говорит: 300 метров. Но я, наверное, через полчаса спрашиваю: Коля, сколько тебе осталось до зимовья? Он говорит: 5 метров. То есть он тоже в изнеможении тащился на этих снегоступах. Ну, в общем, я уже говорил в начале, тогда-то мы и протарили эту дорогу. Нужны мужики, на которых надеешься. Вот и складывается команда. Немаловажный момент. Рады бы еще кого-то взять с собой. Достойных мужиков много. Ну, вот друзей таких вот, с кем бы можно было вот прям положиться. Но мы ограничены жильем и снегоходами. Самое главное – жильем. Потому что, как правило, все зимовья в тайге. В тайге, ну, максимум на 6 человек. Это уже и под нары, и на нары, и куда угодно залазят. Палатка тоже на 6 человек. То есть мы ограничены жильем. Поэтому и складывается вот тот костяк, который постоянно ходит. Слишком много народу, это уже сложно в тайге. Да и потом, это уже и компания-то неуправляема. В команде должен быть какой-то совет, что ли, и какое-то взаимопонимание, чтобы один не пытался подминать под себя остальных, командовать туда-сюда. Вот когда есть взаимопонимание, слаженность, тогда все получается. Что, Леша, есть? Молодец.
Без слов должен каждый понимать, кто что делает. Если он занялся готовить, то я пойду готовить дрова. Если я пошел готовить дрова, то Валера пошел за водой. Если кто-то где-то свободен, пошел оббивать лед с саней, обслуживать технику. Тоже вся во льду, в снегу. Мы уже заметили, один день, один килограмм минус. Один день, один килограмм минус. Но это во всяком случае у меня так, у Валеры. Не знаю, как другие, но худеешь ты конкретно. Но это не цель как раз у нас. А у нас цель почувствовать себя мужиком. Тем, который вот сделал то, что он хотел сделать. Все устраиваем как-то свой быт. Никто не сидит, все заняты своим делом. Никто никого не помыкает, не понукает, не предлагает. Как-то все само собой получается. Вот это и есть команда, на мой взгляд. Ну какие трудности? Да все сплошь одно только преодоление трудностей. Сильно, когда доктора вызывать. В другой раз мы так устанем, что с утра спим. Просто спим и все. Ну а когда отоспимся, то значит встаем. Маленькая муха лежит, а за ней образуется снежный нанос. Oh, 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 oh
Эх, красавчик. Ты смотри, Валерыч, все на зеленом. Ну-ка, покажи, какой. Вот на нее все. Ну, какой? Ну, вот это, видишь. А Денисовская. Это я тебе дал? Ага. Не, это Денисовская. Это я тебе дал. Денисовская это. Да я тебе дал. И вот это еще хорошее, вот это мелкое, как? Смотри, вот это синенькое. У тебя рыбы-то здесь сколько плавают? Ну, это Ташка срывается. Ну, понятно. А что, ее ловить, что ли? Да нет, конечно. Ручную строй надо переделывать. А? Я знаю, что мне надо делать. И обратите внимание, рыба не крупная, рыба мелкая. А почему рыба мелкая? Потому что ее слишком много. Я когда-то учился на биофаке, и я представляю. Кормовая база истощена, и рыба не вырастает до больших размеров. Раньше на этом озере, при советской власти, стояли рыболовецкие бригады, которые заготавливали рыбу и отправляли ее, вертолетами вывозили. А теперь никто, кому не надо, вертолет никто туда не погонит ради рыбы. И ее там избыток. Так что то, что мы поймали, я считаю, совершенно не ущерб природе и этому озеру. Скорее наоборот, немножечко популяцию разрядили. Вот и все. И рыбачим исключительно на удочку. Наш табор. Справа это столовая, а слева там мы живем, юрта. Отличное жилье. Тепло, светло, удобно, просторно. В полный рост можно ходить. Рукомойник. Лежаки. В общем, все по-человечески. Печка очень хорошая. Ну вот, дорога домой. Одеваемся уже все. По-крепкому. Юрта гостеприимная. Расписана, как Павел положил. Я преднамеренно не буду называть места, куда мы ходим. Зачем? Ну зачем, тут все будет понятно. Экспедиция ради экспедиции – это первое. Если получится порыбачить, это тоже хорошо. И охотиться. Обращаю внимание, мы ничего не нарушаем. Мы рыбачим в установленные сроки и охотимся исключительно по лицензиям. Дело принципа. А почему не хочу называть места? Потому что, ну, люди разные. Кто-то туда полезет, чего бы нам не хотелось. Нехорошие люди могут быть. Потом есть всякие власти, с которыми тоже не хотелось бы конфликтовать. Поэтому, так скажем, мы ходили на горное озеро в Саянах, Сибирь. Участников экспедиции вы сами увидите и поймете из истории экспедиции. Это четвертый раз мы уже посещаем это озеро. Надо отдать должное. И сказать, что первооткрывателями этого маршрута являемся не мы. Первый раз дошли до туда акинские буряты, наши большие друзья во главе с Будаевым Николаем Шултымычем. Они, по-моему, 8 человек на одном буране, не побоюсь этого слова, ползком проползли эту дорогу, грудью ее проломили и дошли. Но там все не устроено, и они вернулись. А потом Шултымыч меня пригласил. Говорит, поехали, посмотрим. Рыбалка хорошая, озеро хорошее, дорога, в общем-то, можно пройти. И вот мы тронулись. Это было 3 года назад. Ну, из истории много можно чего рассказать. Особенно запомнилась экспедиция первая, в которую ходил Андрей Ожогин, Валера Карпов, я да Шултымыч. Целую историю можно рассказать о том, как мы с большим трудом пробивались. То, что мы сейчас делаем за 2-3 часа, конечно, по тарёной дороге, тогда оно у нас ушло 3 дня на то, чтобы пробить эту дорогу. Мы пришли на это озеро,
не ночевали. Мы пришли туда ночью, перекантовались в промороженном до льда зимовье и вернулись обратно. Поймали, наверное, штук 30 хрюзов. Но главное, мы пробили дорогу, мы узнали этот маршрут, мы поняли, как туда идти. И самое главное, что нам нужно в следующий раз завозить, чтобы более или менее обустроить жилье на этом озере. Вытаскивать снегоходы, они буксуют, высокие крутые горы не могут подняться, приходится тарить дорогу, прокапывать ее, обходить какие-то очень тяжелые места, и без снегоступов и лопат, обыкновенная снегоуборочная лопата, хорошие пластмассовые, не эти детские совочки, которые продаются в экстриме, а настоящая лопата дворника. Я за всю зиму снега на своем участке столько не уберу, сколько другой раз прокапываю снега за один день в походе на снегоходе. Есть кое-какие допы в снегоходах, которые очень удобные. Например, Денис нынче поставил на снегоход лебедку, и только благодаря лебедке этой мы очень хорошо справлялись нынче, особенно на озере. Одна канистра потекла по пробке, решили разлить ее всю по снегоходу. Мы, когда сделали первые сани, мы поняли, что мы угадали, мы сделали то, что нужно. А сейчас дорабатываем. Дорабатываем фаркопы. Подшили полоза металлом, сделали титановые коньки, сделали борта, сделали удобные крюки для крепления груза. Дно саней удобно отбивать лед и, если что, всякая поверхность в тайге, плоская, очень пригодится, в первую очередь спать. Снегоходы совершенствуем, насколько это можно. Главное усовершенствование – это шипы, это переделали фаркопы,
Это сделали спереди крепление для того, чтобы веревка была под руками всегда. Наберем, а? Маленько. Ну, сейчас выпьют, можно сходить, все взять. Ее тут не купить. Жаркий старый волк, блядь, я посмотрю, как они там. Опа. Ой, блядь. Чё ты? От почек. Пошел еще взять. Я пойду, схожу. Следующий. А ты говоришь, китайский чай. Саянский чай. А если чай на ней сварить? Красота? Заварки не надо. Но дорога бывает разная. Бывает дорога легкая, тяжелая и, казалось бы, непроходимая. Как получается, так и идем. Например, на первый взгляд, казалось бы, голый лед, без снега. Идеальная поверхность, совершенно гладкая, а для нас это нехорошо, даже очень, потому что горят склизы. Снегоход устроен так, что снег является смазывающим веществом для гусеницы, а если нет снега, то значит нет смазки, она начинает греться и гореть. А мы зачастую идем по несколько километров по чистому голому льду. Или наоборот, дорога тяжелая, снег, снегоход идет на пределе возможностей. На завтра это будет идеальная дорога, будет самая легкая дорога,
по которой можно идти. Пустоледи. То есть приходится выходить на берег. На берег выходить приходится не только из-за пустоледий. Допустим, получаются участки на реке с открытой водой. Просто не замерзает. Видимо, грунтовые воды теплые не дают реке замерзнуть. Все, вынуждены или идти, если мелко, прямо по воде, либо искать какие-то обходные пути по берегу. Этот раз мы довольно долго шли берегом, потому что нельзя было пройти рекой. Про пустоледи хотел сказать. Замерзает лед с осени. Речку спирает всю, когда идут морозы. А потом вода в реке просто уменьшается, так как зима. Остается только грунтовая, наверное, вода. Ну, откуда река подпитывается. А лед-то остался выше. Образуются пустоты на реке. Это очень опасно. Можно провалиться и довольно серьезно попасть в западню. Однажды я еду на снегоходе, смотрю в зеркало заднего вида. Валера едет сзади. Буквально через, может быть, минутку опять смотрю сзади в зеркало заднего вида. Валеры нет. Хотя вот она, та же река, никакого поворота, и далеко я не уехал. Я останавливаюсь, разворачиваюсь, оказывается, он провалился вместе с снегоходом в такую пустоледь. И, слава богу, ничего не травмировал, но он там, в этой западне. И давай мы с ним вытаскивать этот снегоход, а он ни много ни мало 300 килограммов. Мы шли туда, на это озеро, не на пустое место, там уже стоял лагерь. Этот лагерь организовал фонд, региональный общественный фонд изучения и сохранения снежного барса, ирбиса и редких видов горной фауны. Энтузиаст главный и создатель этого фонда — это Медведев Дмитрий Германович, Иркутская академия сельскохозяйственная. Ну, я его знаю уже, наверное, лет 30. Еще когда я одно время учился на факультете охотоведения, он тогда был там еще только начинающим педагогом. Ну, а теперь он кандидат наук и специалист по горным козлам. А теперь в наших краях нашли ирбиса, и вот он занимается этой темой. Ну, тут сложилась группа единомышленников, среди них Церенджапов Чингис и Будаев Николай Шултымыч, мой давнишний друг. Так вот, они тоже проявляют интерес к этим местам. Эти ребята доказали, документально доказали присутствие снежного барса в горах Восточного Саяна. В Прибайкалье и Бурятии обитают снежные барсы. Это доказали иркутские ученые, которые обнародовали уникальные кадры. В объектив фото-видеоловушек, установленных в восточных Саянах, попал хищник, причем во время брачного периода. Любая голосовая сигнализация снежного барса, она нова, она интересна, и мы ее будем сравнивать с другими данными, естественно. Новые какие-то свидетельства, любые детали поведения, детали движения зверей и, естественно, звуковая сигнализация — это представляет огромный интерес для науки. Камеры в горах были установлены 2 года назад. За это время удалось собрать достаточное количество доказательств обитания снежных барсов в восточных Саянах. Раньше считалось, что хищники просто заходили на эту территорию. Всего ученые смогли зафиксировать 3 ирбисов. 2 из них уже дали клички – Дима и Надежда. И нынче они организовали вертолетную заброску на это озеро. Снаряжение, в первую очередь, для себя. Они завезли туда юрту, вот эту красивую юрту, в которой мы жили вместе с гостями. Я скажу, прекрасное жилище, теплое, удобное. И мы жили нынче очень достойно. Это я все говорил о каких-то трудностях, но это вот наши обыкновенные походы.
А на этот раз у нас поход был очень удобным, комфортным. Мы хорошо жили, настолько, что стояла отдельно столовая, стояла отдельно юрта, то есть жилище, в котором мы ночевали. Сотрудники этого фонда жили в том самом зимовье, которое мы в свое время нашли и которое мы починяли. Так что все благодаря вот этим людям. Хотя у нас с собой был и наш постоянный комплект. Это палатка, печка, все необходимое. Но на этот раз вместе с гостями мы очень хорошо проводили время. А так как погода была теплой, и на льду под снегом была вода, мы не пошли дальше и не стали испытывать судьбу. Но я надеюсь, что мы проложим дорогу дальше. У нас есть кое-какие затеи дойти до других озер. Ну давай помаленьку. Евгений Владимирович, давай перейдем.